Так, ну чё, размучиваюсь. С нами сегодня играет Томас Мраз. Пиратов, между прочим, мы идем в Sea of Thieves. Он причем сам сказал, я хочу, типа, давайте в пиратов поиграем. А, и правильно, Мраз, если что. Андрадам. О, он пришел. Ща я тебя выведу, погоди, секундочку. Может, Томас, между прочим, с тобой здороваются в чате, я тебя просил посмотреть. Посмотри, ага, что люди пишут. Всем приветики. Сегодня он у нас спокойный такой, хороший мужчина, добрый, мы уже поугарали, посидели. Короче, кринжатины не будет, человек играет в серьезные игры, такие как World of Warcraft, в которые я не играю. Еще во что играешь? Рагнарок онлайн. Ну, чисто вот это вот. Я люблю, короче, фэнтезийные всякие темы. Но стрелялки тоже иногда. Короче, если бы Томас не предложил, мы бы в эту игру и не поиграли, поэтому он сам захотел. Не, пацаны, это не Post Malone. Что, Томас играл вообще или первый раз? Первый раз. Короче, тут прикольно, я не знаю, из апдейтов что нового добавили, но тут можно будет пи***ться с другими игроками на корабле своем. Блин, это самое нужное. Смотри, пойдем, короче, это, нажимай Q. Вау, нормально. Так, сейчас. Q и F. Бери кружку, короче. Уже бухать учит. Кружку нашел? Давай, за здоровье. Что он шататься начинает. Пойдем еще. За добавкой. Блин, это лучшая кружка. Блин, это корабль шатается. Нет, это не корабль. Это ты выпил, блядь, да-да-да. Все, пиздец, дойдем теперь до корабля, нормально? Ага. Блин! Ты уже играешь, алё, погоди! Ты слышишь, как кринжово играешь вообще? А это потому что я выпил, да? Да. Чё, пацаны, происходит? Ты мне на ебло нарыгал, алё, Томас. А я тоже рыгаю, что ли? Да, ты мне на лицо нарыгал, чтоб ты знал. Жесть! Так, у меня, короче, фризы, сейчас поправлю их. Чё говоришь? Я говорю то, что когда смотрю вот на это все окружение, мне грустно становится, потому что я тоже на море хочу. Ну, типа, вот так вот, плавание, соленый воздух, типа, свобода такая, знаешь, ветер в лицо. Жизнь пиратская, это вообще, типа, романтика. Ну чё, все, мне удалось все починить, наконец. Пацаны, я иду! Мы, короче, у нас такая вообще, типа, стратегия. Мы захватываем корабли, всех связываем и заставляем слушать наш концерт. Так, чё мне взять? Я на барабанах буду. Может быть, трек поменяем, а то пиздец. Давай. Так, остановитесь все. Не, все равно грустно. Похороны какие-то, блядь. Смотрите, Ржан танцует какой-то рэперский танец современный. Где? Томас, смотри, Вова. Давай, Ержан полетел. Нет, он сяк. Первая мартышка в поле. Давай, залазь просто, вот. Все, давай, полетел, дядь. Сейчас стреляю Томасом, мразом, полетел, блядь. Я играю на гитаре и лечу. Дядь, его бы забрать вообще по-хорошему. Да нормально, мы сейчас приплывем. Ты куда полетел? Что, короче, давай, поехали на череп. Так, в итоге, мы на череп, да, сейчас? Да. Погнали. Вау. Сейчас покажем, так сказать, боевку. Давайте набухаемся опять. Пойдем вниз. Так, давай, бери. Вот он. Куда ты мартышку стреляешь? Ой. Давай, бери, наливай стаканчик. Полна, да. Давай, чокаться, да, правой кнопкой. Куда ты пьешь-то, не чокнулся еще? Это похуй. Пацаны, с праздником. 9 вас мая, ребят. С Пасхой, с 9 раковина. Мир, труд, май. Я еще одну выпью. Давай еще, Томас. Че, дядь, нормально ходишь ты? Вообще нормально. Ты смотри, за борт только не упади, Томас. Давайте Томаса на штурвал посадим, пусть рулит. Ой-ой. Дядь, иди, рули, давай. Давай, рули. Только давай в скалы нас не бахни, пожалуйста. Ладно, а куда нам надо? Куда плыть? Да, прямо пока что. Пока прямо, да, пока прямо. Да нахуй ты на меня наблевал? Бля, у меня ведро блевоты. Давай, слышь, Томасу заряди. О, у меня тоже. Дядь, иди сюда, погоди. Ща. Теперь, блядь, а череп налево. Алло, капитан, рули налево. Право поворачивай, сейчас уебемся, дядь. Нормально. Лево, бери влево тогда, ладно. Влево бери. У меня просто перед лицом прям парус и все. Ну да, для этого есть команда. Знаете, кстати, откуда пошел термин закадычные, друзья? Я такого не слышал, что это? Танец спортмантия. Типа, да? Да, такой есть, по-моему. Ну, типа, это сейчас используется в понятии, типа, хорошие друзья, а вообще по истории это собутыльники, потому что, типа, закадык заливали. Опа, история России. 9 класс. Так, ну чё? Черепа нема.
У меня есть. Надо его, надо на пушку его посадить, сейчас людей где-то встретить, отъебашить их, забрать их этот самый сундуки. Пойдем, пойдем вниз. Сейчас, вот сюда подходи, вот здесь ядра брать, если что. Капитан, все пушки заряжены. Ты что, все пушки зарядил? Да. Красава, вообще лучший, блядь. О, я вижу корабль, алло. Где, куда, налево, наверное? Налево, да, дай, я поеду, а вы, короче, объясните, как стрелять, если что. Я буду сейчас диктовать, погнали, блядь, сейчас разъебем этих бомжей, блядь. Это остров, который с черепом был. Это остров, который с черепом был. Плывем туда, они, походу, его зарейдили, мы им все-таки зададим и заберем все. Короче, попрям, видишь, такой, ебать. Здорово. Правее, много, понял. Прям вот скоро будет уже прямой угол, давай. Все, они справа от нас. Томас, готовь ядра, еще возьми себе. Так, ну у меня 12 ядер будет. Давай, уже. давай. Сейчас вон впереди корабль, будем ебашить его. Так, ты сейчас охуеешь того, когда мы будем ебашиться, бля. Томас, понял, выбираешь пушку, нацеливаешься и начинаешь гасить просто, перезаряжать, гасить. А гарпунов не надо? Гарпунов? Не-не-не, это для абордажа. У них там один корабль, да? Да-да-да, Галеон, там 4 типа. Смотри, мы сейчас в жопу заплываем. Не-не-не, мы справа сейчас. Я скажу, когда бросите якорь, бросите потом, когда скажу. Итак, якорь, готовьте якорь, готовьте якорь. Готов. Итак. Все нормально. Бросай. БАМ! Залепил, блядь! Ебаш! Блядь! Поворачивай направо, руль! Блядь, налево! К нам сажаются, алё, сажаются, лезет! Два типа, кто лезет, я одного бью. Попал! Офигеть! Один лезет. Попал! Васян, это самый, ты, блядь, рулю! А, блядь, сзади, слышь! Его убили. Блин, а это французы, слышите, они чё говорят? Блядь, пиздец! Чем, блядь, такую нахуй строю? Он взорвал бочку, блядь, большую, долбоёб. Ты там еще на корабле? Я на острове, но они долбоёбы. В смысле долбоёбы? Нам помощь нужна была, ты опять съебался. Не-не-не, я двоих убил, в смысле. Вы слышите, они на французском там что-то говорят? Да похуй на них. Смотри, сейчас дверь откроется, выпрыгивай сразу туда. Погнали. Ага. Бля, у нас что-то горит, у нас все горит, что ли? Бля, у нас корабля... Ломака, вернись! Корабль тонет! Я у них убил двоих. Я им корабль потопил. Блять, мы утонули. Бля, у нас там корабль, да. О, ведро. Пришло время ведра. Все, забей. Там уже корабль, все, да? Да, ломак, спасибо, дядь. Дядь, ну ты продал команду, типа, сори. Мы типа все умерли, а корабль стоит красный, если что. Томас, хорош, блять. Кушай бананы. Так, и что с их кораблем будем делать? А вы можете поднять якорь и как-то попытаться. Давай, поднимаем. Томас, поднимай якорь. Так, чё, поднимать якорь. Я все еще на корабле. Блять, ёбнули меня. А где якорь? Да, все, забей. Он спереди, да, забей. La Citroën! La Citroën! Что это такое? Слышишь, что он говорит, сука, блядь? La Bouquet! La Fontomas! La Pichot! La Commissar Juf! Взрывай, блин, ну честно. На самом деле игра прям вообще экстремальная. Да не, она экстремальная, когда типа ты побеждаешь команду, забираешь их лут, когда они там час убили на него. Так, я поворачиваю. Смотрите корабли опять. О, там череп, череп прямо. Где-то... А, блядь, вон череп. Ломак, ты чё потух? А, да блин, я маме звонил. Не, ну мне кажется, ломак это чисто такой чел, который просто вот слот занимает. Я думаю, в принципе, и в карцере можешь посидеть, ничего не изменится. Вова, ты уже когда посадил в карцер, и корабль, блядь, утонул. Помнишь, нахуй? А я сейчас не сажал в карцер и все равно утонул. Так потому что. А давайте ломаку в карцер посадим. Томас. Да. Нажми, короче, эскейп. Нажал. Далее команда. Далее ломака. Нет, ты петух. Голосовать за исключение в карцер. Самая первая строчка. Самая первая строчка. А чё? А чё? Сидишь уже не такой выёбистый. Да, иди сюда. Старики сговорились, блядь, против молодежи, нахуй. Ага, да-да. Томас, спустись вниз, самый первый этаж. Ломака, если нет, это все коллективное, бессознательное. Да я понимаю, тут есть либо кита, ты, либо ловлю тебя. Кита, блядь. Ловлю маму Вова, что-то не ловится. Не клюет. Дядь, Ломака, ты можешь, пожалуйста, сказать, отпустишь меня, пожалуйста? Да ты меня... А, он шарит, алё, он шарит! Отпусти ты меня, пожалуйста. Пожалуйста! Отпусти ты меня, пожалуйста! Блин, это сильно. Кстати, похож, твой шарфер, похож, реально. Так, ну чё, ребят, почти приплыли, о, бля. Чё, может, отпустим Ломаку? Давайте. А ебать, стойте, не упускайте. У меня в тюрьме, у меня музыка какая-то хуёвая, грустная такая. Слышишь?
терпильная, я бы сказал. Так, проголосуем за освобождение. Освобождайте додика этого. Васян, ты диктуй. Я направо, если что, поворачиваю сейчас. А, попали, попали, дырку заделывайте. Да не ссы ты, блядь, трубки нахуй. Беру, ручник дергай. Блять, нам сейчас ебало набьют. Все, якорь, якорь, якорь. Бросайте якорь. Погнали вниз. Надо очень много волн отхуярить. Не-не, в бочках, ищи. Блять, помогите! Я пока убиваю этих типов, чтобы нам корабль. Бля, пиздец, каких ты типов убиваешь? Алло, помоги! Томас, давай, ебашь, блядь. Я прикрываю тебя, братан. Да меня сейчас ёбнут. Блять, с бочками, алло! Сейчас ебанет. Помогите, помогите, люди. Одного пизданул. Я наверх, если что. Они с бочками где? А вот он идет. Воу, взорви. Бахнул. Хорош, 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 хорош. Давай, короче, у нас тут, блядь, вторая, это самая волна пошла. Ой, нашел, бля, опять бочку вытаскивают, слышь? Томас, к бочке не подходи. Вот это с бочкой, он самый он опасный. Бля, кто взорвался? Ты его взорвался. Нет, он сам взорвался, я ничего не делал. Я просто одновременно... Вась, можно восстановить, тихо, не нажимай только, я тебя восстановлю сейчас. Да-да-да-да-да. Все, вставай. О, спасибо. Я просто одновременно с тем, как Ломака сказал, не подходи к тому, что с бочкой ударил его ножом. Не, все нормально. Бочка, 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 бочка! Сука, с двух сторон! Ну, типа, мне вообще похуй. А! Бля, опять с бочкой, нахуй! Ломака, взрывай, взрывай, взрывай! Не-не-не, не взрывай, не взрывай, не взрывай, не взрывай, не взрывай! Бля! Томас взорвал! Томас, подними! Все, я хотел... Успел! Успел, твак! Васян, что, есть тело где-нибудь? Да, были. Томас, что делаешь, блядь? Ну, кинь хуйню эту. В тебя? Да попробуй, а что это такое? Блядь, ты что, ебанут? Подними, блядь! Ни хрена себе, тебя ушатало. Это что, блядь, бомба какая-то или что? Это типа как взрывалка. Нормально, блядь, на меня протестили. Значит, пришел сюда деградирует, а этот молодой человек, похоже, на батюшке такие умные вещи рассказывает. Еще исторические факты приводит и говорит на французском. Получается первый развивающий стрим за 5 лет. Приятно. Ребят, попрошу заметить, мы стримим уже ровно час. И нет было ни одного банворда. Это самый лучший рэпер за всю историю Твича, видимо. Попрошу заметить, между прочим. О, капитан, капитан, капитан. Где? Сейчас, бочка, бочка, бочка. Бочку взял. Иди, кидай ее. Кидай, убегай. Вася, отходи, Вася, отходи, отходи, Вася. Отошел. Пам! Не-не, еще бочка есть. О, стой! Блять! Ой, блять! Это лишнее было. Сейчас ресну. Ой, блять, у меня тоже. Пожалуйста. Че волна с боссами? Ой, это золотые с бочкой. Не-не, я сейчас взорву, я сейчас взорву. Ой, он бежит быстро. Очень. Ой, блядь, он быстрый какой-то. Ну шо, пацаны? Ой, хорошо. Меня убили. Он снизу, если чё. Банан надо банан наворот. Блядь, ебите его, сука, их двое тут. Уярим его втроем. Еще где-то бегает. Все, вот это последняя волна, слышишь звук какой? Да. О, лезет. Отхуярил. Это точно последняя, да. Мы тут вон втроем пока. Только что осторожно, осторожно, они тут с бочки могут вылезти. Все. О, а, ебать, это что? Вылез. Это Рома, блядь. Не, ебашьте босса, мы чем быстрее его пизданем, типа. Я хуярю, чтобы вас не стреляли они. Он сейчас тэпнется. Он тэпнулся. Он еще хилиться может. Это вообще, блядь. Вот он вылез на мне. Когда он достанет два ящика таких, мы должны отбегать. Блядь! Не, нормально. Да похуй. О, ебать, нихуя себе похуй! Чуть не сдох, блядь. Сейчас взорвется. Отойдите. Не-не-не, это телепорт. Блин, прикольно, он анимирован. Блять, у нас корабль горит! А чё? А кто поджог? Тонем! Какого хуя? Сука, гондон какой-то приплыл к нам, у нас на корабле. Блять, убили меня. Убирайте и плывите к нам. Блять, пацаны, вот так и бывает. Вот поэтому... Ты понял, да, Томас? Типа, мы пришли так же типов, да. А нас отхуярили в этот раз. Слушай, это прикольно. Ну, главное, чтоб Вася, главное, чтоб там, типа, жил, пока я её полу не прибал. Да, какую шкатулку нашел? Вон он, череп. Где? Одна слева. Ага, все, плывем. Ёбки, на чем они приплыли вообще? На шлюпке. На шлюпке маленькой. А они хуй пойми, когда же нас дамажили, типа, в плане корабля, как они корабль, он не просто сгорел. Он же не просто сгорел, блядь. Вот урода, блядь. Ну нет, красиво сделали. Шлюпка какая-то плывет ко мне сюда. А, блядь, сейчас мы ее разъебем. Мы рядом, оживать, мы рядом. Блядь, их двое, я одного сейчас убил, ко мне высадился. Корабль, я их обстрелял, он сейчас кругаля вокруг меня дает. Томас, ты готов, брат? Да, я уже сейчас на идем наказывать сынков. Он упал. А, мы сейчас въебемся, алло! Ебать, миллиметр. Ай, блядь, ну сука.
Томас, пойдем чинить корабль. А, во. Бегом, доски на Q выбери. Смотри, вот тут пробоин. Бери доску, беги сюда. И хуярь ее просто, вот, чини корпус, держи. Офигенно. Так, потом берем, короче, этот самый ведро. И вот воду отсюда вот, забираем. И за борт ее. Так, я еще раз одного убил, но второй кружит вокруг меня на корабле. Да мы уже видим его, сейчас разъебем. Вон он слева плывает, берем да. Левее. Выравниваем. Левее берем. Я думаю, тараном его взять сейчас. Они уплывают, они уплывают, они уплывают. Не-не-не, надо им пизды дать, слышите? Давайте сейчас просто при полный период, блять, не вкипало. Они утонули! Они утонули. Все, поворачиваем направо тогда, чините, блять, корабль. Направо давай. Они у меня. Все нормально. Бил его, Васян? Да. Бля, какой ты жесткий. Все, давай. Я починил его, все, можете на остров. Давай. Вы можете на остров идти, я все сделаю. погнали, блять. Этого босса, главное, добить надо и все. Здорово, Васян. Мы пришли, вернулись. Нам надо быстро завалить, чтобы они не приплыли. Чувак живой, на шлюпке уплывает. Ебаная шлюпка, блядь. Ебаный чувак, нахуй. О, снесли. А, нет, не снесли. Он упал, блядь. Пойдем добивать, алё. Ломака, ты диктуй, что он делает. Я полетел, короче, на этом. У них лута дохуя. Я уже сюда прыгнул. Вот он, ебан. Пизди его и давай на шлюпке к нам. Да я пизжу, блядь. Все отпиздил. Давай на шлюпке к нам. Ебать, хорошо. У них очень много лута. Сейчас выгрузимся. Она не плывет, короче, шлюпки пизда, блядь. Сейчас мы ее тогда, слышь, блядь, прикатим. Помогите мне кто-нибудь. Вы можете? Блин, честно сказать, я кого-то не играю, а кинчика какой-то крутой смотрю. Ой, ебать, ломак, это их лут? Да. Бросай якорь. Все, я брошу сейчас сам. Бегу. Сейчас гарпуном, блядь, заберем. Поехали. Давай. О, нормально, это же пошло лутерство. Блять, куда у меня вообще стреляет? Хуйня, не понял. Волны. Да не, это пиздец, куда? Что за хуйня, куда? Дай-ка я попробую. Что за дерьмо? Ебать, Вовик, нахуй. Вовик. Да, в натуре куда-то странно стреляет. В меня стрельни, забери у меня. Да куда он летит вверх, смотри. Да куда он улетел, блядь? Смотри. Погоди, держи его. О. Отпусти. О, прыгай, забирай. Да, забираю. У нас босс забуговался, пацаны, она в штур застряла. Все, поднимайте. Томас, смотри вокруг уёбков, кстати, потом, блять. Я вот... Ага. Я просто знаю, типа, пока череп не пропал, сейчас еще приплывут, блять. Угу. А босс забагованный. Да, похуй. Мы сейчас его, ну, типа, мы убьем нормально. Блин, бутерброд охот. Можно я пойду съем бутерброд? Это шутка у нас, короче, чел такой, блядь, набухался и орал, блядь. Чё бутерброд? О, босса убили, босс сдох, Вася. Я босса убил. Хорош, Вася. А, ты убил? Бля, ты просто лучший сейчас вообще. Вася какой-то жесткий, у него и мундир самый красивый, он всех в соло забирает там. Бля, Вася, ты когда-нибудь думал, что вот от Томаса комплимент такой охуевший получить, блядь, а? Нет. Это лучше росписи, блядь. О, Вася открыл хранилище. Вася, нахуй ты сам-то открыл, но я... Да, надо было Томасу показать, а ты открыл сам. Погнали, Томас, давай сюда. Заходи туда, блядь, смотри, сокровища, блядь, которые мы забрали. Только не взорви. Только, блядь, не, Вов, давай без этих мемов, блядь, а? Хорошо, ладно, я ее отложу. Не, крас... Стой, Вов, стой, не тащи тут сундук. Тут ключик есть. Смотри, опа. Кошель с золотом. Все, а это так. А книгу. Не, положи сундук и книгу мы зададим вот так вот и неси. Шлюпка рядом с нами! Блять, пойдем ебало ломать! Рядом с нами! Ебало ломать! На корабль возвращайся! Идем. Испанцы! Я обозначил, что я опасен для них. Следите кто-то за шлюпкой-то, Вася, там один человек пусть будет. Я тут буду. Вов, ты отсюда можешь забирать? А, я сейчас проверю. Томас, ты следи, по-моему, за кораблем. Да, я наверх полез. Да. Оттуда его? Не вижу. Вы прям за скалу поставили. Видишь? Во, Васян. Можешь отсюда? Да, давай. У нас что, денег? Хорошо. Слушай, после карантина я, наверное, поеду отдыхать куда-нибудь. Я уже запарился, я хочу вот реально, типа, на море. Соленый воздух, рыбалка. Дядь, прекрасное море тебе здесь, давай, что по трекам? Да. Ну, вообще, делаю новый альбом. Сейчас пока что особо много распространяться не буду, но большой, короче, хороший такой, добротный. Там будет много песен. Примерно ориентировался на цифру 25, но, возможно, сделаю меньше. Чтобы всякий не стопроцентный материал не выпускать, лучше иногда подужаться. Сейчас работаю над хорошими фитами, думаю, ребята удивятся. Пушка. Ну и клипы, конечно, готовлю. Ну, короче, знаешь, типа такие истории супер тривиальные, базовые. Как бы это ни звучало тупо, но вот как моя работа, это для меня небольшая рутина.
И там, я не приверженец того, что, о, вот, ребят, вы скоро просто чокнетесь, короче, это будет такая пушка, да там вот те, ну, это так будет. Я, типа, скромненько люблю там больше времени уделять материалу, потом выпускать, и тогда вот уже болтать об этом. Ну, у меня из ближайшего, кстати, если еще кому-то интересно, но выходит трек с Гонфладом у него на альбоме. Вот это ракета была. Слушай, ну, трек вообще бомба получился. Кайфую. О, Томас Надер пишет, Томас Надер. Да, на день рождения приходи, в интернете будем бухать. Блин, когда? 20 мая. С удовольствием. Вообще пушка. Еще, кстати, знаешь, из интересного чего вспомнил? Что, мы сейчас занимаемся организацией концерта, анонса еще не было. Но, короче, будет онлайн-концерт в Питере в кинотеатре под открытым небом. То есть онлайн. Люди приедут на машинах, и это будет на большом экране, и типа будет как бы самоизоляция, но при этом онлайн-концерт такой. Вот это охуенно, вот это охуенно. Я придумали. Это как будто старый кинотеатр, типа там. Слушай, я сам в таком никогда не был, это на самом деле, мне кажется, очень круто. Слушайте, пацаны, а что вы кино любите смотреть? Да. Че смотрели последнее? Бля, я сейчас, короче, «Властелина овец» смотрю. Смотри. В смысле, в гоблинском переводе? Не, типа нормальный. Я что-то, блядь, подзабыл фильм вообще о чем. Вообще, ну, я типа люблю там это самое, всякую хуету посмотреть, типа «Плохие парни». И чё, как? Прикольный, ну знаешь, не. У меня жена зовет посмотреть, но мне кажется, что там настолько линейный сюжет, что. Проходничковый такой, понял. Вот ну, я да, «Форд типа... против Феррари» и мне зашел, пиздец, как. О, мы смотрели. А я, знаете, очень сильно ждал фильм «Подлинная история банды Келли». Так. И я посмотрел его. Куда плыть? Так, короче, так, поднимайте якорь, я сейчас тоже, блядь, буду. Сейчас первые деньги будет Томас получать. А что, это все продается, да, типа? Пока. А из этого что-то крафтить можно? Не. Тут ты типа продаешь, получаешь деньги за это. И все. За деньги ты можешь покупать вон скины, как у вас. Видишь корабль, какой рулит? Да? Вообще кастомизировать корабль можно по максимуму. Скины блин, нахуй. Крафт тоже прикольная тема. Да, но тут нет только, к сожалению. Ну, типа, а что тут крафтит? Бля, ебать у нас лута, пиздец. Сейчас бы еще на Кракена попасть, и все, и там. А чё, блин, Вов, у тебя так, ты такой красивый, пиздец. Спасибо. Хочешь, ты там... мужчина или женщина, я не понимаю. Я женщина, с усами. А как? Я могу смотри, что сделать. Я женщина, но с усами и с бородкой. Я уважаю это. Ломак, сыграй чего-нибудь. Кидайте золотые монеты, дублоны к моим ногам. Я танцую для вас в шлепках из H&M. Хотя эти шлепки тянут на Зару, на самом деле. Чекай из бершки, блядь. А эта удочка, она как спиннинг, да, типа? Да, на ходу можно, ну, типа, ебать она ебашит. Поклевку жди, типа, и потом-то надо на В, А и С, типа, тянуть рыбу. А, например, идет вправо, ты ее ебать влево удочкой. Ну да, удачи тебя так поймать, блядь, в принципе. С такой блин, скоростью. Пацаны, я дико хочу на корабль какой-нибудь или на катер и со спиннинга порыбачить. Вот вы не представляете, я прямо думаю об этом, мне одновременно и плохо, и хорошо становится. А почему я плохо? Я на стриме на яхту собираюсь, чтобы вот это реализовать. Ну потому что я сижу сейчас в Москве как бы и не могу это себе позволить, поэтому плохо. А хорошо, потому что даже представив это, уже становится приятно. Понял. Бля, какие философские мысли говорит. Да. Чё, паркуемся? Да, якорь. Всё, бросаю. А чё, типа, ещё будем сокровища фармить? Огонь! А, нет, это на. А! Засейвил, блядь! О, а ты Томасу показывал трек свой? Не. А покажешь? Не, стыдно. Да чё ты, блядь, да люди ждут. Первая работа моя, блядь, выпукалась. Якорь, теперь якорь. Так, моя. Понимаю. Я там зачитал просто. Ну, это нормально. Посмотри сейчас, нормально или нормально. А, рэп это на самом деле такое явление, то что от того, что ты его делаешь, это уже как бы какой-то, типа, челлендж становится. Хорошо сказал. А мне ну, такие, как... фу, блядь, уебан, хуйня. Блин, ну, это понятно, то что многие... Типа не понимают этого. Ну, кому-то не понравилось, кому-то понравилось. Нет, я даже не про саму музыку говорю. Просто сколько это реально, типа, новое, уже старое явление, но это реально вот как ивент какой-то, как челлендж. Типа, каждый должен захуячь. Ну, а почему бы и нет? Вот, например, конечно, может, не совсем корректный пример, но вот у певицы Явь есть очень крутой альбом. Она там во всех песнях, типа, супер такие распевные песни поет, но в одной из них она жестко зачитывает. И это вот, типа, ты понимаешь, что она это как бы делает не на полностью серьезных щах, типа, все, я рэперша, туда-сюда, а то, что она как бы внесла свою лепту в этот жанр, в это движение. Вот в чем прикол. Ты давай этот прикол, бери и кидай, стоит. А я специально болтаю какие-то такие красивые вещи, рассказываю, чтобы нихуя не делать, блядь. Блядь, охуенно мы залутались, пацаны.
Ну да. Бомжей каких-то на шлюпке отхуярили. Может, тебя? Томас сказал хуйню, короче, типа, из игры. Они пасту придумали. Чё? Ну ты сказал, Вов, ты такой красивый, ты мужчина или женщина? Я уважаю это. Я танцую для вас в шлёпках из H&M, хотя эти шлёпки тянут на Зару. Конечно, это же толерантная площадка. Хочу быть дико накатанной. Че за хуйня, пацаны, хватит? Не, докажьте, докажьте, он прям вообще что-то ламповый такой, пиздец. Да, я последнее время удивляюсь с рэперов вообще полностью, то есть, ну, люди вообще адекватные все. Ну, я не совсем рэпер просто. Да неважно. Ты понял, я, что я хотел сказать? R&B, ну да. А ты видел этот, Weeknd спродюсировал серию в American Dead? Он типа полностью сценарий написал, там сам его персонаж там присутствует. И он там даже песню для этой серии написал. Не видел? Не. Он в этой песне поет, что он девственник, короче. Блять, ага. Я девственности вообще недавно решился, так что, блять. Я бы поверил, что и Weeknd такой пацан ровный. Он там целый клип про это снял. Не, я не снимал клип про то, что я девственник. Ну, это типа в духе, как Kanye West сделал песню про то, что он типа ебет рыб. Да я думал, с этим флагом бегаешь, блядь, кинь его, брось. Да он, да заметьте, он просто, он пиздит и бегает вокруг, типа, нормально. Блин, знаешь, что реально отстойно? Ну, может, и не отстойно, не знаю, но я недавно услышал то, что автору Ведьмака почти ни копейки там не поступило за счет игры. Сапковскую? Да-да-да, Анджей Сапковский, да, его зовут вроде? Ну то, так, что он так... Такой договор был заключен. Ну да, но это так обидно, типа, пипец. Почему, а почему обидно-то? Если бы он хотел, он бы изначально сказал, там, не процент там от продаж игр. Может как-то, быть, так, как то он сам, так-то он и сам... Говорят, что он сам, смотри, типа, отказался. А, ну тогда норм. Да, он просто сам в плюсе, получается, распиарили вообще его работу, весь мир узнал, так-то это локальная хуйня была там... Россия и самое и страны Словении, ну, знали можно про это. Сказать, это можно сказать классика своего времени вообще. То есть через 100 лет, возможно, это будет уже, ну, большим статусом обладать, знаешь? Ценность набивается. Да. Пацаны, а чё вообще вы из кино ждёте? Вот мне интересно просто. Я вот не знаю, что там в будущем должно выйти. Мне интересно, что в будущем посмотреть. Да я типа, знаешь, я ничего не жду. Я как-то, блядь, что выходит по мере выхода вообще смотрю. Аватар 2. Бля, Аватар 2, вот это вообще кайф был. Тоже про это хотел сказать. Мне кажется, это единственное достойное из того, что я знаю, что должно выйти в будущем. Вот я посмотрел «Банду Келли», честно сказать, охуел. Я понял, почему такие маленькие оценки. Что это вообще за фильм? Короче, типа, это оказывается реальный, типа, насколько я понимаю, бандос был в Америке там давно, лет 100-200 назад. И типа, их фишка была в том, что они все свои разбои в женских платьях, короче, мутили. И есть даже еще старый фильм, там играет Хит Леджер и Орландо Блум, я его еще не видел. Вообще не обидно за Сапковского, он сам сказал, что Вечер не будет крутой игрой, поэтому продал права на адаптацию за гроши. А как увидел, что бабки вот пошли. Еще. Так про фильм расскажи, давай, что мы я перебил, я долбоёб. Короче, да не, нормально. Короче, типа фильм про гангстеров, там очень крутая атмосфера туда-сюда, но концовка просто максимально тупая. То есть, ну вот знаешь, это проблема многих чуваков. Хорошую идею несложно придумать, там сюжет начать, там все вот так развить, но закончить это самое сложное. Вот в этом фильме есть все, кроме концовки, это самое главное. Бля, меня бесит фильмы, когда вот ты смотришь такой, и концовка, блядь, говно, и ты такой, типа, да, бля, нахуй я время потратил вообще на это. Ну в духе, да. Не, ну на самом деле можно ведь и вдохновиться, там что-то для себя почерпнуть, даже не обязательно от всего фильма, а только от какой-то сцены даже, знаешь. Слушай, для меня вот лучший фильм, наверное, единственный, который прям в памяти хорошо так отложился, это вот, ну, в чате уже прозвучал «Интерстеллар». Бля, я так кайфанул от него. Слушай, фильм «Пушка», да. Просто ракета. И похуй там, что он, возможно, законы физики какие-то не отвечает, но он такой, блядь, интересный. Не, ну блядь, там, конечно, концовка тоже такая, типа, сложная, типа. Да, я, блядь, пересматривал его, прикинь. Да, и... да, ты такой не понимаешь, так, подожди, вывез режиссер или нет? Он меня запутал, типа, но это тоже круто.